Интернет — это странное и потрясающее место. И сегодня мы в этом убедимся. Leakspin.com. Fu.com. Отличная идея. Писатель.com. Это последняя неделя, когда мне нужно закончить мой эссе по американской гражданской войне. Я ведь буду прав, если назову это симулятором. Был... Код, это было давно, и как-то... О, мой бог! Работа идет так быстро! Такими темпами я успею до завтра! Я закончил. Как много работы. Течение с PewDiePie. Феликс, которого больше знают как... PewDiePie швед. Что? Как это работает? Откуда он все это знает? Проект тихоеместечко.com. Мы забываем взять перерыв время от времени. Реально остановившись. Прогулка в парке или отдых в горах могут быть так хороши. Но если возьмете свой телефон с собой, то значит, что вы ничего не поняли. Вы отягощаете свое сознание бессмысленными мелочами. Бессмысленными мелочами. Чувство, что этот, блять, веб-сайт говорит о себе. Бессмысленными мелоч... Заткнись нахуй, назойливый кусок дерьма. Друг откомментировал ваш пост. Друг поделился видео с вами. Друг пригласил вас на вечеринку. Другу понравилась ваша ссылка. Друг находится. Друг это. Друг который. Друг. 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 Бессмысленное. Маленькое. Дерьмо. Расслабься. На 30 секунд. Вы сможете сделать это реально, вы от этого не умрете. Это просто 30 секунд. Нахуй это дерьмо. Zombo.com. Спасибо. А, Zombo.com. Ну ладно. Окей, я понял, ты не должен повторять. Ты уже понял это? А, нахуй. La.com. Это очень популярный веб-сайт. О мой блять, бог собаки.com. На что не спеть? Это песня о собаках, которые бегут на фоне красок и больше ничего. Hellman.com/текстуры. Окей, это довольно клево. Давайте нарисуем меня. Ты нарисовал пенис на моем лице. Отличная работа, пьют. О, мой бог, взгляните! Это белка, стреляющая лазером в космосе. Теперь вы в это должны поиграть перед тем, как умрете. Теперь я буду начинать с этого свой день. С этого сайта. Потому что я просто должен стрелять бесконечно. Котята в париках. Лучший веб-сайт в интернете. Окей. Это были странные сайты, с которыми можно провести хорошо время. Хорошо время. Если вам понравилось это, то просто поставьте лайк. Кликайте на канал, чтобы увидеть больше видео. Бро, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. И как обычно, вы клёвые, бро. Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить видео к себе. Так что по нашей группе PewDiePie ВКонтакте. vk.com/club670-784-00. Ссылка есть в описании под этим видео. Ага.